Всем привет, с вами Доги Трэш. И мы сегодня играем в игру очень таинственную, странную. Она немножко страшная, но вроде бы как просто платформер с очень интересной, увлекательной мини-историей. Графику мы выставили на поло. Все остальное у нас по-русски. Вот я даже, собственно, играл уже что-то там. Но там немножко я прошел. Короче, начнем сначала. Игра про то, что мы погружаемся под воду. Только непонятно, мы дайвер, который имеет какие-то способности, или дайвер, который мы, который вот тут был изначально. Вот некий древний механизм. Игра называется Sealed или Sealed. По-русски можно Sealed. Древний механизм какой-то большой, условно круглый, как условная земля, которая вот 90%, 80 или 70% воды покрывает землю. Не знаю, вот такая ассоциация у меня, потому что это под водой механизм древний. Потолще вот в морской пучине нашли укрытие исполины. Они могучие, но без глаз. Утратят свою силу в раз. И аппарат на самом дне, чье пробуждение ключ к судьбе. Ну вот такая вот мини-сказка, мини-стихотворение. Какая-то альтернативная, короче, реальность или альтернативное будущее, не знаю. А может, будущее просто. Видите, тот, кто там под водой плавает, водолаз, он даже у него какие-то специальные не те костюмы. Костюм другой какой-то, вот у него, блин, что-то там. Короче, ладно. Тут можно вселяться в разных рыб. Ам. Так, короче, мы выбрались. Все. Вот это меня пугает. Что это такое? Фу, какая мотня волосатая. Фу. Короче, можно вселиться в маленькую даже рыбку. Да ёб твою мать! А, ёпта! Тут же можно через вселенную рыбку вселиться в еще одну. Вот так. Кусь. О! Нормально так. Кусь. А как мы выбрались, блядь, я хуй знает. Давай. Тьфу. Я взял, короче, забаговал рыбку. Так только я могу. Чё это за, блядь, мохнатище какое-то? Ай, ой-ой-ой. Давай, сделай кусь. Кусь, сделай. Ай. Хм.
Я уже знаю, что можно ускоряться и использовать левый shift. Это мы как будто в чем-то мозгу. Оп. Они могут биться, я так понимаю, да? Если я ударю сам себя, мне пиздец, но я хочу ударить эту хрень. Такс. Получай. Получай. Ся. Конкурентов расхерачил. Короче, необходимо нам сейчас... пробить проход здесь вообще. Везде. Везде пробить его. Чтоб спокойно уже можно было плавать. Не, конкурент. Так, короче, нужно этих прохерачить. Ага. Ага! Не получилось. Так, а дальше? Дальше мы не можем. Думал, что он какие-то здоровые. А тут, в принципе, тут и есть здоровый механизм. Тут чё? Вот, можно все осмотреть. В принципе, изначально можно было так осмотреть, но мы что-то тупанули. Короче, тут сейчас будет нечто. Хотя я не знаю. Может, не сейчас, может попозже. Только вот куда идти, хуй знает. Большой хуй знает. Возможно, пробить нужно проход вот здесь. У меня как будто сдох там этот главный герой. Хоп. Тык. Это пасть здоровенного монстра. В натуре это кит. Это просто кит большой. Тут же его даже не рассмотришь, да, толком.
Возможно, это вот пасть существа наподобие вот акулы гоблина. Это когда нижняя часть... Когда челюсть просто вперед. То есть голова где-то там вообще за кадром. Еще, наверное, метров 500, блядь. Но, скорее всего, это самка удильщика. Почему самка? Почему удильщика? Вы сейчас поймете. Видите вот этот светлячок? Правильно, это удильщик. Ну я такой, о, как красиво. Не, ну он реально красивый. О, фонарик еще можно было включить, блять, ёпта мать. О! Ой, за мной черви там ползут, ебать! Смотри! Червячки! Ой-ой-ой, быстрее, быстрее, плыви, быстрее. Я не хочу. То есть меня либо вот это сожрет, либо вот то. А дальше они за мной не пошли, потому что они поняли, что там дальше жесть. Это даже не удильщик, это какой-то угорь. Да, и как ты меня тут съешь? Ты что, ебанутый? Тьфу, напугал. Чё, блядь? А ещё можешь? Я вообще похуй, я на тебя, понял? Твоя дистанция это вот здесь, блядь. Давай, 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 давай. Кусь, кусь, давай, сделай кусь. О! Вот твоя дистанция, нахуй, так что отъебись. Подожди, а у тебя можно вселиться? Я не помню, вроде не можно было, да? Ну как, почему я хочу в тебя вселиться? А! Я хочу вселиться в Тоби. Не могу. Не можем. Эх. Моя эта вселялка, она же не может через стену. Все. И мне похеру. Я сломал систему. Все. Ты не можешь меня достать. Ты ж получается этот какой-то угорь, блядь, точно. Туда хрень поменьше просто, из которой выплывал. Если я правильно понял. Давай, давай, давай. Чё, не мужчина? Давай, дело до конца давай. Бля. Почти. Да ёпта, куда-то плыть-то, блядь, тогда? Получается-то и никуда и не плыть.
Тут эти некие черви пытались меня сожрать. Ай! Охренеть! Он просто прокусил голову насквозь вместе с костюмом. То есть я правильно понял? Они просто моментально выплыли оттуда. Они все втроем на меня плыли. Как тогда? Так, ладно. Я помню прекрасно, что я где-то вселялся в кого-то, чтобы вот эта пиздохуевина от меня съебалась. Я точно помню. Так, теперь можно спокойно плыть туда. Блять. Мама. Мама. Эй, мама. Не ешь меня. Не ешь меня, мама. Ну, хочешь, я сам в рот залечу. Да я проворный, ты хуй что сделаешь. Я сам тебя в рот залечу. Зазри, похеру. Я твой рот ебал. Кусь. Так, шутки кончита. Нам, короче, нужно пробраться вот сюда. Еще. Ай. Зубы себе повредил, конечно. Душа еще одного этого подводного космонавта. Я так считаю, его можно так обозвать только. Все, надо что-то, короче, сверху, чтобы его приложить. Ого. Так, подожди, мне нужно душу этого бедняги поймать.
Короче, надо было реально его освободить. Не-не, подожди. Тут как-то по-другому это работает. Свет из него исходит. Тут все с помощью света работает. Смотри, он. А, смотри, энергия света на свету работает. Да, это, блядь, в натуре. Что-то другое. Короче, я какую-то, блядь, супермахину разбудил. Какую-то круговерть каких-то технологий и какого-то, блядь, психокинетического технологического момента. Что-то я пиздатое сделал, короче. Ой-ой. Да иди ты в жопу. Короче, какой-то свет, он подавляется. И мне, видимо, или херово становится, или что, я не понимаю. Как бы два варианта. Вот, я нашел механизм. Я думал, то, что мне придется либо на него залазить, либо внутри. Вот здесь некое божество. Я вот, напитаясь светом той рыбы, смог добраться. Это, видимо, спланировано было. А, это из-за меня питается? Какие-то древние божества, блядь, древние кролики какие-то. Древние божества, короче, и породили они подводных, блядь, этих, блядь, подводных астронавтов, я не знаю. Водолазов. Расу водолазов создали кролики, а? Трехглазые. Не знаю, блядь, что делать тут. Мне, наверное, надо как-то их соединить, эти три штуки.
хочу делать, блядь. Раса крольчатин, я понимаю, великая раса, блядь, которая создала. Может, надо светом посветить? Да? Ну ладно, окей. Дальше что? Просто, блядь, можно было проплыть. Я, блядь, долбоёб. Просто плывёшь дальше и всё, блядь, не задаёшь лишних нахуй вопросов. Охренеть, сука, там водолазов. И из них сделали, блядь, вот. Блять, ну символизм, конечно, жесткий. Вот лучше бы вот это показали бы раньше. Чем само существо. И, кстати, оно действительно похоже на какого-то угря, да? Вот это не змея нихуя. Подожди. Не упуская возможности. Так, тут раньше, так понимаю, не было воды. Потому что вот лестница и так далее. Ладно. Короче, раньше здесь воды не было. Водолазы отдают дань уважения всей этой хуйне и статую строят. А я, получается, лег в позу эмбриона и еще что-то, блядь, для чего? Для того, чтобы набраться силы, как аватарники. Вот почти до этого момента я, по-моему, доигрывал. Это вторая глава. То есть я переместился куда-то. Это перемещатор-телепортатор. Нет, я дальше играл, я да, помню. Там, короче, сейчас будет куча вот таких вот волосатых мудил. Я сейчас не буду шутить про трусы бывшей. Зачем мы туда заглянули? А, нет, стоп, это мои трусы. Короче, вот, шутки шутками. Хуёвые шутки. Вот эти шары, испуская черную жижу, которую трогать вообще нельзя. Ай! Нет, нет, не надо, Кусь. Не делай со мной, Кусь. Хоп! Я победил. Ай! Куснул меня, падла! Большую стаю рыбок просто трансформируемся и пиздошим. Ну чё, давай. Хоп. Давай. Ну. Тебя вселяться можно, нельзя же, да, в тебя вселяться.
Ну, блядь, давай! А как надо тогда? Ай! Давай, 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 сюда, сюда, сюда! Ты должен вот это прокусить. О! И сам сдох, да? Осетры. Ай. Короче, а здесь что? А здесь мы просто, да, вот, ну, то есть освобождаемся от всего этого. О, мы же все ядовитые теперь, да? А ну-ка нахуй. Все, блядь. Давай, 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 давай. Оп, оп, оп. И завял. Но я, честно говоря, мог и так пройти. А-а-а! За жопу укусил. Сука, укусил за жопу. Говна жуй. Ну ладно. Так. Хоп, 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 хоп. И все. И никого травить не надо. И рыбки целы. И я. Надо идти туда, где пузыри. Да и логично, в принципе, по локации видно, то что все наверх надо идти. По-моему, и тут я тоже где-то проходил. Короче, нужно червяками вот этими кормить неизвестно кого. А, птенцов вот этих. Ты чё, блин? О! Он меня захватил? Чтоб я таким образом кормил этих морских существ. Что разлетелось там? Рыбы, что ли, разлетелись? Если бы это была субнавтика, я бы назвал это морской лес. А меня ж ты куш не сделаешь? Ой-ой-ой. Нормально подплыть. Такие вы жуткие. А, так... Вы ж даже не кусаетесь. Сука, где мне еще червей искать? Больше нет, нахуй.
Или тут придется просто локации исследовать, чтобы найти червей. И все. Хоп. 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 Черная жижа. Хоп, 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 хоп. У них очень медленная реакция, поэтому замедленно они не сообразят. А. Как будто червь мной управляет, да? Давай, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Главное не заходить в их диапазон атаки. А то, что они там дотянутся, не дотянутся, это они пытаются дотянуться. Главное, то есть, вот. Хоп-хоп-хоп. Нога! Не получилось, ладно. Дубль 2. Мы просто пробуем все то же самое, и я не использую никаких супер-альтернативных методов. И то же самое. Хоп-хоп-хоп. А! Нога. Ладно, третий просто как штрафной чисто. Вот я, потому что знаю, как правильно сделать, но накосячил. Поэтому будем действовать вот так. Ладно, сука. Это принцип. Это, блядь, принцип. Я могу этого карася использовать, но я как чисто принципиально. Я просто буду дальше херачить вот здесь. Так. Хоп. Хоп. А! Почти получилось. Ладно, все, последний раз пробую, а потом буду использовать обычную рыбку, потому что, ну, нахуй. Заебался я. Уже заебался, не хочу я. Ну как, я заебусь. Не заебался, я заебусь. За письку? Это неприятно. Сначала я потравлю вас здесь, нахуй, всех. Чё ты? Не потравишься? Ну, ладно. Ещё карася подавайте. О! Жалко, что нельзя сделать так, чтобы меня куснуло сразу два. О! То есть разгон, мне нужен был разгон просто и все. Да блять, ты сука, ты бледина, ты уёбищная тварь.
изрядно. О, вот такие, эти ищу. Карасевич. Кушай, 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 никого не слушай, давай. Почти, почти. Мы смогли. Блять, ты, блять, проститутошная ты. Самая главная проститутка, блять, во всем там Риэле. Ладно. Пошли нахуй, короче. Все. В пизду. Блять, блять, блять. Ах ты маленькая мерзость, ах ты маленькая, блять. Я, сука, буду, блять, ебашить нахуй. Просто похуй. Вот так нахуй. Даешь жизнь карасям, блядь. Ты че, путете. Так нельзя. Это вызов. Ту-ду. И в жопу гусь.